Привет всем, друзья! С вами я, Алексей, мой канал «Обзор товаров с Китая». Друзья, сегодня у нас вот такая вот большая посылка. 2 килограмма весит и не залезает нам прям на стол. В общем, здесь летний набор с сайта gearbest.com. Посылка пришла DHL. Это еще отдельная история, я расскажу сейчас о ней позже. Пришла за 5 дней. Даже, наверное, за 4. Ну, в общем, так, да, пришла за 5 дней. И на таможне, правда, она провела 2 дня, но потом... В общем, DHL пришла быстро. Сейчас не буду вас напрягать. Оценена в $40. Здесь летний набор из квадрокоптера и лодки. Давайте-ка быстро распакуем. В общем, в чем проблема DHL у нас в стране? Раньше у нас, чтобы получить DHL, нужно было ехать в аэропорт. Белорусы, возможно, знают это некоторые. А сейчас сделали возможность так, чтобы за тебя все документы заполняла некая организация. И, в общем, то есть, чтобы самому не ехать в Минск. Так, давайте быстро сейчас избавимся от этого всего. Лодка огромная. Ну, здесь инвойсы, все дела. В общем, чтобы забрать эту посылку, я еще заполнял кучу документации. Эти кучи документации я отправлял по электронному адресу, созванивался, все. Ну, в общем, все они сделали отлично, но за это я заплатил 300 тысяч белорусскими или в долларах около $20. То есть, белорусы, друзья, если вы захотите получить... Ай-яй-яй-яй-яй, все, избавился. В общем так, товарищи белорусы, если вы захотите получить посылку DHL, то, ну да, возможно, вы съездите сами, получите, если хотите, ее в аэропорт. А можно сделать, как я, но я расскажу об этом позже, сделаю отдельное видео для вас и покажу именно документы, что нужно в них заполнять. Так, значит, что у нас в посылке? В посылке у нас вот такой вот квадрик Сима X11C, цена $49. И вот лодка меня интересует, никогда у меня не было лодки, лодка, как она, вот видите, такой уплотнитель, давайте его отрежем, вот она, красавица, беленькая лодочка, тоже здесь, от фирмы Well Toys, даже не залазит вам показать. Так, она называется Well Toys VL912, по-моему. Да-да-да-да. Вот, видите, номер VL912. 14 лет, заявлено 24 км в час. И она большая. Ну, давайте-ка начнем, конечно же, с лодки, потому что она интересная. Более интересная, чем квадрики. Так, по коробочке. Что вам по коробочке показать? Смотрите, вот сзади. Здесь на что 25 км в час. А, понятно. Здесь разные батареи. Что... Нет, здесь только отличаются, да, немножко вид батареи, так они обе на 7,4 вольта, видите, и километраж немного, у меня на 25, есть на 29, ну, в этом небольшая она разница, так, от 100 метров, в общем, блин, круто. Открываем нашу лодочку, не знаю, как вам не сильно удобно будет все это смотреть, потому что посылка большая, коробка большая и... Неудобно, неудобно, понимаю. Так. А теперь самое неприятное. Не люблю вот этот вот, вы поняли, да? Опа. Достали. Подальше сделаем, чтобы было лучше видно. Вывалилась инструкция. VL912, VL Toys. Тут поставочка на китайско-английском языке. Здесь указана длина 380, по-моему, ширина 120, высота 100 мм. Ну, то есть лодка нормальных размеров. Вот такая вот инструкция. Ну, все расписано, все отлично. Так. Поворачиваем теперь опять к нам. Вот так все упаковано, все компактно. Так, доставим нашу батарейку. Батарейка сделана из двух аккумуляторов 18650. Значит, вот видите, 1500 мАч, 7,4 вольта. Один для зарядки, другой для подключения к лодке. Ну, отлично. Надеюсь, будет хватать надолго. Также
Кстати, вот насчет подставки, я думал, ее в комплекте нет, а есть, оказывается, подставка. Это тоже очень круто. Так, далее. Все. Далее у нас вот тут вот зарядочка. Такая, как и у тачек, как и у квадрокоптеров. Вот такой вот блок. И сама зарядка на 800 мАч. Отлично. Так, ну и осталось немножко. Отлично. Так, вынимаем наш пульт. Пульт управления похож, как у тачки у нас была уже, в LTS тачка. Или он даже такой же. Большой, колесико крутится, антенка, наклейки приклеены криво. Это все вот так вот становится на месте. Здесь кнопки триммирования. Работает на 4 батарейках типа, наверное, типа, он, да, 2А. Ну и, в общем-то, пока никаких претензий, вроде все работает. Отлично. Ладно, это потом все. Ну и теперь самое главное, лодка. Опа, все, вынули лодку, и вот от этого быстрее избавиться. Ой-ой-ой-ой. Отлично. Так, тут у нас пенопласт. Так, ну что ж, друзья, вот сама наша лодка, сделана из такого глянцевого пластика, такой скользкий весь. Что здесь? Вот здесь какая-то дырочка снизу, все вот так вот выглядит. Ну все сделано как бы прочно, да, вот так похрустывает, но все такое цельное. Здесь мы сзади видим моторчик, это управление. И как-то здесь это все должно сниматься. И как? А как? Я даже и не в курсе. Что? А, наверное, вот таким вот образом. Здесь вот защелочка. Просто так вот. И все. И все. Смотрите. Здесь у нас стоит движок. Сюда мы вставляем аккумулятор. Как бы тут все засифонено. И все замазано. Все провода, все, блин, она еще влагостойка, наверное. Ну, хотя да, вода ж в любом случае. Все сделано. А, это тут воздух у нас. Вот здесь мы включаем наш аккумулятор. Ну, в общем, сделано как бы неплохо. Все замазано, надеюсь, что служить будет долго, главное. Вот, ну и, конечно, мы попробуем на ней погонять. Выглядит вот так вот, стильно, круто. Не маленьких размеров, и надеюсь, гонять будет тоже отлично. Да и для лодки 20, сколько там, 5 км в час, согласитесь, мне кажется, будет хватать. Ну и последний у нас квадрокоптер. Не волнуйтесь, мы проверим сейчас все. Сначала только распакуем. Ну и симовский квадрокоптер, похож на Хабсан. Камера вроде бы тоже здесь на 2 мегапикселя стоит. Ну, ничего примечательного, просто, ну, я же говорю вам, летний набор. Полетать, поснимать, покатать, поплавать. И я потерял свой скальпелек. Нашел. Эй. Вот так вот. Бывает, видите, 3 цветов. И я не помню. Надо сейчас вспоминать. Коробку немножко помяло. Пустая карабенция. Сима стильные тоже делают вещи, мне нравятся в последнее время их вещи. Так, вот инструкция на английском языке, хотел уже кричать на китайском названии, X11. У нас C, наверное, с камерой, потому что здесь... Да, на английском языке инструкция отлично пропечатана, не просто такая бумажечка. Так, ну и теперь достаем. Кстати, вот тут были размеры, хотел вам рассказать, что размеры 15 на 15 сантиметров самого квадрокоптера с защитой. Открываем. И что же, давайте посмотрим пульт симовский. Где-то я видел уже у кого-то такой пульт. Здесь триммеры, 2,4 Гц, здесь еще какие-то... Видите, надо откручивать. Так, под пультом управления у нас лежит зарядное устройство от USB. Вот сам квадрик, такой пластмассовый, из такого прозрачного, посмотрите, пластика. Вот здесь сверху открыты
с шестерни, но снизу все как бы закрыто более-менее, да. Спереди камера, защита уже одета. Ну и вот написано SIMA 11S C. В общем-то так. Аккумуляторчик у нас уже стоит, и он здесь какой-то слишком маленький, друзья. На 250 мАч это мало, это мало. Кстати, я знаете, что вижу? Вижу, что походу также здесь стоит уже и флеш-карточка. Да, флешка вот стоит сзади на 4 гигабайта. На 4 гигабайта у нас флешечка в комплекте. Отлично. То есть, если вы хотите снимать, то не надо не покупать. Ну, надо посмотреть еще, как она снимает. И здесь вот есть кнопочка для включения, наверное, камеры или тому подобное. Ну, в общем-то, сделано неплохо, все гнется, все отлично. Еще про комплект. Что здесь у нас осталось? У нас здесь осталось 4 запасные лопасти и необычный, по-моему, картридер. Картридер. Картридер это всегда интересно. А здесь он, ну как всегда, здесь точнее вообще он интересный, такой оранжевенький, яркий. Давайте-ка. Да, это картридер. Просто вот сюда с одной стороны мы вставляем microSD, а это просто обычный USB. Прикольно, просто пластик. Ну, удешевляют, еще делают еще дешевле. И все, больше по комплекту ничего. Ладно, друзья, пойду искать... Хотя, может, мы сейчас его сразу запустим? А не, надо искать батареечки. Пойду найду батарейки, и мы попробуем с вами проверить, вообще работает наш квадрокоптер и наша лодка. Ну и первый на очереди квадрокоптер. Я встал батареечки, аккумуляторчики, и он работает. Звенит точно так же, жужжит, как и Хабсан. Видите, с задней стороны у нас тоже блестит вон зеленый. Понимаю, что работает, наверное, камера. Но это будем все разбираться в обзоре. Да, прикольно. В общем, следующая лодка. Ну и с минусов сразу скажу, что не очень удобно, как мне не понравилось. Точнее, будет так сказать, как тут располагается аккумулятор, как он туда засовывается. В общем, так. Да, ну и еще, пока что не знаю, может тут стоят какие датчики воды или тому подобное, что мы включаем наш пульт и, ну, работают повороты, а газ, когда даем, ничего не происходит. Возможно, или батареи посажены, или там как-то за счет каких-то датчиков, не знаю, там воду распознают, что вода есть. Ну, в общем-то, не знаю. Ну, мне кажется, что лодка будет работать. Вот такое вот сегодня у нас видео длинное, вот такое получилось летнее. Не знаю, пишите, как у вас погода, там у вас в стране, не знаю, у нас в Беларуси не очень погода. В последнее время сильные ветра какие-то и теплой как бы, такой погоды нет. Но, в общем, набор летний, согласитесь, неплохой. Квадрокоптер. Где наш квадрокоптер-то? Лодка и квадрокоптер это круто, не знаю, мужские игрушки. Вот такая вот распаковка. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте большие пальцы вверх. Думаю, что завтра увидите первые поплавушки. Это будет Freedom, да? Вот. Finder. Блин, много чего написано. В общем, такие вот пироги. Спасибо, друзья, за внимание. Всем спасибо. Всем пока.